Так, добрый день всем. Я вышла на улицу в магазин. Сегодня у нас попрохладней. Ветер, с утра очень сильный ветер. Правда, солнце, но ветер. И обещают грозу. Но вот пока грозы нет, я решила выйти в магазин. Сегодня поеду, скажем так, в наш дальний магазин, в Билу. Что-то все закончилось, и овощи, и фрукты. Там колбаски надо купить. Вот, хочу сегодня сделать, попробовать первый обзор по продуктам, по магазину. Но на своем канале, я имею в виду, самостоятельно сделать. Посмотрим, что у меня из этого получится. Вот, пока иду сейчас вот по тенечку. Ну, в тенечке, скажу, очень комфортно, если бы не ветер. На солнце жарковато. Вот, так что ждите моего обзора. Вот. Так что сейчас поеду на автобусе до метро и потом вам сделаю обзор покупок из магазина Била. Всеми этими покупками, магазинами забыла поздравить всех с праздником. Сегодня День России. Да, это, ну какая бы она ни была, Россия, она наша родина, мы ее все любим, поэтому я всех поздравляю. Вот, чтобы все мечты сбывались, чтобы жилось нам хорошо, побыстрее выбраться из этого кризиса. Так что всех с праздником, с Днем России. Ну вот я возвращаюсь из магазина. Как мне дочь говорит, меня в магазин пускать нельзя. Так, хотела чуть-чуть овощей взять. Получилось два пакета. Ну, женщины меня поймут, как правило, идешь по магазину. Ой, а вот этого нету, а вот это надо взять, а вот это со скидкой. Так что вот бреду домой. Сделаю сегодня обзор, расскажу, какие скидки, чего и как. Люблю ходить в Билу, почему? Объясню. Есть, они как-то одно время выдавали карты скидочные, и по этим картам получается очень хорошая скидка, кроме тех скидок, которые они дают всем покупателям. Вот у меня сегодня получился чек на 200, скидка у меня получилась на 700, на 700 там с копейками. То есть я бы заплатила почти 3000. По скидочной карте получается очень хорошо. Так что иду домой. Вот два пакета. Дома расскажу, что купила и почем. Ну вот пришла я домой. Ну и попробую сегодня сделать обзор покупок. Первый раз делаю обзор. Тем более буду делать одна. Соответственно, буду рассказывать и смотреть по чеку цену и скидку, поэтому, ну, как получится, да, я постараюсь. Значит, первое, это у нас, первый по чеку у меня круассаны французские, вот они, две штучки лежат, вот они, вот, мы били их, берем, обычно они у них свежие и, ну, вкусные, они без начинки, но вкусные всегда у них. Но так как мы с мамой Галей вдвоем, я взяла две штучки. Ребят на даче. Денис сегодня тоже после работы туда уехал. Вот. Один круассан стоит 34,90. 11 рублей скидка прошла. Так, дальше что у меня по чеку идет? Дальше у меня кофе. Кофе-амбассадор. Кофе-амбассадор. Вот он, кофе-амбассадор. Вот я вам сейчас его покажу. Вот. Ну, редко мы его берем. Ну вот, эта банка, у нее вес 95 грамм, вот он, кофе-амбассадор. Сейчас скажу, значит, 149,90, включая скидку «Лучшая цена». Так у него цена была 219,10, то есть вот такой кофе-амбассадор. Так, отставляю в сторону, дальше. Дальше по чеку мне идет чай принцесса Нури, малина, гранат. 20 пирамидок. Малину, гранат, честно говоря, ни разу не брала, поэтому не знаю, как мне понравится, не понравится. Но мы любим такие всякие чаи пробовать. Значит, по чеку оно прошло 59,90, скидка 23 рубля. Вот это чай принцесса Нури, гранат. 20 пакетиков пирамидок. Так, дальше. Дальше у меня по чеку. Что? Сыр Сваля. Сыр Сваля. Вот. Сыр Сваля. Я очень люблю его, нарезанный ломтиками.
Вот. В этот раз он без скидки, по-моему, прошел. Да, без скидки. 219 рублей. Ну, я предпочитаю уж взять то, что ем, даже если нет скидки. Ну, потому что если это невкусно, это заваляется. Вот такой сыр сваля. Тильзитер ломтики. 200 грамм. Вот, 219 рублей. Так, поехали дальше. Перец микс. Сразу хочу сказать, хотела взять развесной. Перец на зону положила. Хотела взять развесной, потому что мне нужен один перчик был. Но развесной был ужасный. Поэтому я взяла вот такой микс. Пригодится нам. Все равно на салаты. Вот. Он без скидки 199,90. Вот перец микс. Здесь сколько вес у нас получается? Сейчас. Вот полкило. Полкило. Ну, по крайней мере, он приличный. Хлеб крестьянский, бездрожжевой. Хлеб из смеси пшеничной ржаной муки. Вес 300 грамм. Мы последнее время стараемся брать вот такой вот, ну, не самый простой, он, конечно, не дешевый хлеб, но, по крайней мере, он у нас съедается, и он у нас не плесневеет. Вот, стоит он такой 44,90, скидка на него получилась 3 рубля. Ну, по крайней мере, не выкидывается, по крайней мере, не плесневеет. Ну, и вкусный он, конечно, тоже. Вот, хлеб крестьянский. Вот, рижский хлеб, фирма Рижский хлеб. Дальше расскажу о том, что совершенно не планировала покупать. Это вот фондю эменталь, швейцарское блюдо с сыром, и паэлья, испанское блюдо с морепродуктами. Проходила мимо, увидела, что они со скидкой. Сейчас я скажу. Фондю эменталь 199,90, скидка 159,10, и паэлья, вот это испанское блюдо с морепродуктами, она тоже 199,90, скидка 159 рублей. Почему взяла? Как энзе. Я сама вообще очень люблю, особенно вот это вот. Здесь макарошки такие вкусные, соус сливочный, и курочка, и лика это ест. Вот. Ну, а паэлья, тут креветки, эти кальмары. Ну, то есть вот бывает так, вот раз срочно что-то вот нужно вот приготовить, то есть мы этим, тем более со скидкой, поэтому вот взяла, положу как энзе. Так, теперь пошла у нас зелень. Так, вот такой укроп. Ну, в принципе, укроп мы всегда били, берем он неплохой, то есть корешков мало и довольно-таки свежий всегда у них бывает. Укроп 32,90 без скидки. Вот, лук берем тоже, видите, у него и срезы свеженькие, то есть он такой, тоже не вялый. Лук 49,90, тоже лук без скидки. Дальше что у нас идет? Огурцы Горкунов, тепличное хозяйство. Ну, конечно, можно было бы взять мелкие огурцы, но так как мне на салат, сейчас я вам покажу. Вот, так как мне на салат, поэтому я взяла такие вот. Ну, они, в принципе, тоже неплохие. 600 грамм здесь. И цена у них, сейчас я вам скажу. Где у меня? Потеряла огурцы. А, вот. 69,90. Ну, я считаю, что нормальная, приемлемая цена. Вот еще раз показываю. Горкунов. Мы брали уже такие, но они довольно приличные. Особенно, если в салат, они просто есть. Так что нормально. Вот. И помидоры. Взяла помидоры. Помидоры взяла развесные. Помидоры у нас, по-моему, по 169,90. Сейчас, подождите. Да, по 169,90 килограмм. Они развесные. Не знаю, по вкусу не знаю. По внешнему виду неплохие. Вот это пока везла, они отпотели. На улице жарко. Вот. То есть по внешнему виду неплохие. Я взяла специальный помягче и пожестче. Вот. Тоже мне нужно будет там на определенный салат. Это я потом расскажу. То есть вот три помидора у меня получились на 129,80. Называется Pink Paradise. Вот как называются эти помидоры.
вот такие блинчики мы берем, фирма «С пылу с жару». Но берем мы обычно только фруктовые. Вот в этот раз я с малиной взяла. Взяла одну пачку, потому что мы вдвоем, как я уже сказала, нам хватит. Обычно у них еще фруктовые есть, клубника и вишня. Вот, но сегодня вот были только с малиной. Они сегодня были без скидки. Сейчас я вам скажу. 99,90 упаковка. В упаковке 6 штучек, 360 грамм. У них еще бывают такие блинчики с мясом и с творогом, но мы с мясом и с творогом не берем, у нас мамгаль хорошо такие делает. А вот фрукты, вот такие ягодные мы очень любим. Так, дальше. Колбаса сальсичон, но это я для себя. Вот именно черкизово мне очень нравится. Колбаса сальсичон. Здесь вес, ну, 100 грамм. Нарезочка. Ну, по крайней мере, из всех вот этих сальсичонов, которые я пробовала разных фирм, черкизово самое вкусное. Мне очень нравится. Сейчас я вам скажу. 133,90. Тоже она без скидки. Так, дальше. Колбаса. Колбаса любительская. Мясницкий ряд. Ну, колбасу я взяла для мамгали. Она любит такую вот с жирком, как она говорит. Вот вареную колбасу, копченую она как-то не очень. Вот здесь у нас получается сколько? 400 грамм. Фирма «Мясницкий ряд». Сейчас я скажу, по-моему, она прошла со скидкой. Сейчас. Любительская. Да, 149,90 я за нее заплатила, а 99 рублей скидка. То есть я считаю, что вполне приемлемо. Ну и взяла сосиски тоже как запасной вариант. Сливочные, останкинские, очень неплохие, скажем так. 350 грамм они, сейчас я вам скажу, 139,90 они получились. 29 рублей, 29 рублей скидка. Но это маленькая пачка, здесь вот 7 штук всего, вот 350 грамм. Но опять же говорю, нам на двоих много не надо. Вот. Это что касается мясного и заморозки. Ну вот и в Билли я еще купила со скидкой. Это бальзам для волос. Фрутис керамид, экстракт яблока. Укрепляет. Волосы сильные, блестящие. Без парабенов. Ослабленные волосы, склонные к выпадению. Вот понюхала, действительно пахнет яблоком. Хотя такой необходимости прям не было покупать. Но большой пузырек, 387 грамм. Вот такой вот бальзам. И он был у них со скидкой. Сейчас я, если найду, я вам скажу. Вот одной, конечно, очень неудобно обзор, потому что чеки мелкие. Вот, 199,50, скидка 85 рублей. То есть, поэтому взяла, в общем-то. Ну, пахнет яблочком, и так приятный запах. Ну, когда попробую, там, если не забуду, я вам расскажу. Ну, наверное, фрутисты многие пользуются этим бальзамом. Так, про покупки в Билли я вам рассказала. Единственное, что я не смогла купить ни в Билли, ни заходила еще во Вкусвилл, не смогла купить баклажаны. То есть как-то вот в магазинах баклажаны пропали. Пришлось мне баклажаны покупать просто в палатке в овощной. Вот два баклажанчика небольших мне обошлись 27 рублей. Честно говоря, не посмотрела, в какую цену за килограмм, потому что мне просто нужны были баклажаны, у меня другого выхода не было. Взяла клубнику. Я когда собиралась в магазин, мамгаль мне говорит: сегодня праздник, надо что-нибудь отпраздновать. Я говорю: ну что, вот чего хочется? Ну, торт в такую жару как-то вот не очень. Ну, я решила, вот я взяла клубнику. Клубника у нас уже по 350 рублей за килограмм. Не знаю, по вкусу еще не пробовала. Вот, и купила черешню. Черешня тоже 350 рублей за килограмм. То есть у нас вместо тортика сегодня ягоды. Вот, и также в палатке купила кинзу. Почему-то в магазинах очень проблемно купить кинзу. Вот такой вот пучочек стоит 50 рублей, но вроде неплохой. Вот. Я люблю, когда, если делаю салат из овощей, я кладу много зелени. Ну, мы все так едим, в принципе. Вот, так что вот сегодня такие у меня покупки. Вот, притащила два пакета.
Вот, ну на этом, наверное, все. Мой обзор заканчивается. Вот, всем спасибо за внимание. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, можете дизлайки. Мне не жалко. Подписывайтесь. На это, если что-то у меня не получилось, извините, это был мой первый обзор покупок. Тем более я одна, то есть я одновременно все и рассказывала, и смотрела чек, поэтому так немножко затянувшееся получилось видео. Ну, а так всем пока-пока. Еще раз всех с праздником, с Днем России!